Друзья, рад всех приветствовать. Сегодня вашему вниманию наши новые тяпки. Итак, давайте начнем с названия. Сам я большой любитель цикла фильмов «Счастливые люди». Ну, кто смотрел, тот знает, кто не смотрел, ссылку даже оставлю в комментарии. Тяпка будет называться «Енисей». Ну, кто понял, тот понял. Как всегда, фулл танк, цельнометаллическая. Кованая сталь 95Х18, сталь коррозионно-стойкая, с минимальным уходом. Немаловажно, друзья, на кухне вы ей будете работать или на природе. Уход минимальный, повторюсь. Рукоять на этой тяпке классического черного цвета из граба. Как вы видите, еще одна тяпка, там рукоять орех. Ну, я сейчас покажу ее. Монтаж на штифтах. Пропитана рукоять данишем. Итак, по габаритам. Здесь разница не только в габаритах, как вы видите, форма рукояти, кромка прямая. Ну, кто-то спрашивал, чтобы рубящая кромка была прямая. Итак, общая длина 345, 185 по рубящей кромке, ширина наибольшая 95, 5 мм обух. Вес 990 грамм без ножен, то есть честный практически килограмм живого веса. С ножными килограмм 50. Ну, скажем честно, не для женской руки вещица. И универсальный это не для женской руки, а это вот такой реальный мужицкий рабочий инструмент. Рукоять тоже, да, обратите внимание, то есть под два хвата. То есть если мы берем вот так, это ветки рубить, да, где-то деревья, там дрова подрубить без проблем. Вот узкий хват уже, когда работаете по разделке. Естественно, как всегда, с ножными она будет. Кожа, немножко, извиняюсь, испачкались. На жестком подвесе фиксируется все на кнопке. И вторую сейчас тяпочку тоже вам покажу, чтобы было понимание. По стоимости они немножко дороже, чем тяпка универсальная. 4200 рублей стоимость. Пожалуйста, две красотки в наличии.